А что охранять? Вот вход. У входа тут стоите просто, да? Вот дверь охранять? Нет, вот это первый этаж. Первый этаж. А второй этаж, где все оборудование, там никто вообще не охраняет? Нет. И входа у вас никакого в подвал нет? Нет. К вам никто не подходит, не обращается куда-то в другие помещения завести? Нет. Не подходит, да, к вам? Нет такого, да? Нет. Ну, сейчас мы это посмотрим. А что вы на первом этаже охраняете здесь? Будет. Я же сказал вам. Только дверь, да? Вот здесь. Никого вот здесь не было. Линолеум, да, и так далее. Это как бы даже оборудование, что здесь охраняете? Вот, помещение, чтобы не зашли с улицы, здесь ничего не разгромит. А там, если разгромит, ничего страшного. А это не мы, это. Была отработана, получена ранее информация о том, что в одном из центральных рынков города, значит, под видом осуществления букмекерской деятельности располагался зал игровых автоматов, который существовал в условиях строгой конфиденциальности. Есть ключи от вашего помещения? Вы не пользуетесь? Все, там есть, конечно. Ну, отлично. Не пользуйтесь этим помещением, на видео есть? Нет, конечно. Не пользуйтесь, да? Пройдемте вместе с вами, осмотрим это помещение. Там даже все включено у вас стоит. Заходим. Да тут вообще у вас клондайк. Что тут, казино находится? А здесь что у вас в помещении? Ну здесь что такое? Что такое стоит? Это откуда? А ключи у вас откуда тогда? У нас просто есть общая связка, потому что мы можем проходить, получать. Вот вы здесь проходили? Я здесь не проходила. Не проходили? Никогда не ходили здесь, да? Понятно. Доступ туда осуществлялся только VIP-клиентов, которые в состоянии были проигрывать крупные суммы денег. Данный факт был, информация была подтверждена. В ходе проверки было изъято 25 игровых автоматов, 20 телевизоров, мониторов, более 20 единиц компьютерной техники, систем видеонаблюдения. Есть ключи от сейфа? Анастасия? Да. Ключи от сейфа есть? Или коды какие-то есть? Нет. Ладно, были все ключи. Чего? Вот же у вас все ключи были. Ну вот, смотрите. Это сейф, да? А это что у нас? Тоже сейф. Здесь уже не деньги хранятся, что здесь? Типа электричество, да? Да, сервер там какой-то стоит. Вон еще сейф. В связи с тем, что мероприятия проводились в утренние часы, видимо, касса была снята как раз перед этим, поэтому денежные средства обнаружены не были. Но мероприятие стоит на контроле, и данный объект тоже сам поставили на особый контроль. В ближайшее время появятся какие-то дополнительные факты. Очень хороший. Собственно говоря, мероприятия эти проводятся на постоянной основе. Если сказать периодичность, то в среднем где-то 2-3 факта выявляются в неделю таких. В настоящее время изъято более 700 единиц оборудования, которое в настоящее время, часть по которым уже принято решение о конфискации, по части материал в настоящее время находится в суде на рассмотрении. По мере того, как будет по ним принято решение, они будут все переданы в доход государства. Да.